Изделия, которые вы видите, привезли в магазин московский художник, мастера Гжельского экспериментального завода керамики. Здесь же, в торговом зале, демонстрировали они свое мастерство. Согласитесь, красивые вещи. В чем же секрет их привлекательности? Может быть, в том, что они сохранили авторскую индивидуальность? В этот день в магазине были выставлены образцы изделий завода. Если вам что-либо понравилось, стоило только написать на почтовой открытке свой домашний адрес, поставить номер экспоната и через некоторое время в этом же магазине выкупить интересующую вас вещь. Такая форма взаимоотношений с покупателем позволит заводу, учитывая спрос, регулировать выпуск продукции, быстрее вводить в производство новые интересные изделия. Пора и другим предприятиям легкой промышленности проявлять инициативу, не ждать, когда их завалят жалобами и предложениями, самим идти к покупателю.